привет, друзья! И у меня выходит новая игрушка. Да, игрушка называется Epic Ape Madness. И надеюсь, я правильно его выговорил, потому что там по-английски. Эта игра, друзья, у нас от разработчиков Grim Soul. Ну что, у нас для начала нам нужно создать обезьянный вид. Я не знаю, как это будет. О, тетерик какой-то страфненький стал. То есть поворачивать я его не могу, жалко. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте вот такого. Не-не-не, вот такого пускай будет такой. Так, что у нас тут такое? Прическа? Не, прическа пускай будет коричневая. Кожа. О, ё-моё, ты откуда пришел? Кочегар, ты какой, ё-моё, не, это ересь какая-то. Ну, я не знаю, наверное, скорее всего, простой вид будет. Альбинос какой-то. Так, вот такой, наверное, потемнее возьмем. А что, ё-моё, что это такое? Да ну нафиг, до свидания. До свидания, до свидания. Ладно, у нас также есть... Максимальное здоровье, то есть X2, да, потом владение оружием ближнего боя, бонус к опыту и урон от своих гранат на 30%. Если честно, я, наверное, так, бонус к опыту. Скорее всего, бонус к опыту возьму. О, нет! На наш район напали бандиты. Опять! И я в баре без футболки. Опять! Нужно найти мои вещи и помочь с защитой района. Отлично! Ящик! Лишь бы мои вещи были здесь, а не в туалете, как в прошлый раз. Одеваемся. Ой, какая футболочка. Дробаш, друзья. Дубина. Это что-то значит. Сейчас будем воевать. Ну, это обзорчик начала, друзья. Мы сейчас по-быстрому с вами пройдем. В ресторане засели бандиты. Что же, сегодня на ужин их ждет раскаленный свинец. Ой, не, наверное, дробовики я не буду тратить, скорее всего. Давайте возьмем дубину. На! На! Второй уровень. Еще один. Если я подкрадусь и застану его врасплох, то смогу нанести удар мощнее. Неплохо он влетел. О, нычка без умного бакса. Кажется, здесь он хранит оружие на случай нападения. Что? Вот это да, у нас гранаты появились. Двое передо мной. Если прицелиться, то я смогу устранить обоих одной гранатой. Офигеть, друзья. Бах, разлетелись две. Две обезьянки, друзья, разлетелись по бокам. О нет, бандиты добрались и до площади. Нужно разобраться с ними, пока еще есть что спасать. Фига, это что такое? Убийство. Где еще? Давай, иди сюда. О-о-о! Где еще-то? Давай! Давай еще одного, давай еще хочу. Еще хочу. Что такое? 2x. Эх, не успел, а! Не успел. Что-то какие-то баллары или что-то такое я получаю там. Спасибо. Без тебя бы мы не справились. Но боюсь, что пострадала не только площадь. Они разрушили и твой дом. Только не мой дом. Надо срочно вернуться и узнать, что они натворили. О нет, мое прекрасное убежище. Как они посмели? Нужно починить хотя бы часть дома. Дом восстановлен. Но где мой ковер? Он же задавал тон всему дому. Они украли мой ковер. Они пожалеют об этом. Но сначала стоит подлатать себя и сделать оружие на случай, если банды вернутся.
Оружие, друзья, я, наверное, не буду тратить. Вот это дробовики, да, вот эти пускай у нас остаются. Что такое? Применить. Так я же целый был. Самопал — это хорошо, но нужно что-то помощнее. Надо проверить, в каком состоянии оружейный стол. Оружейный стол тоже сломан. Для его восстановления понадобятся ресурсы. Посмотрим, смогу ли я починить его. В смысле? Друзья, тут все есть, вы посмотрите. Я пока сейчас не могу, сейчас пройдемся. Ёпарасоте, это что такое? Это плавильня у нас. Куда бы ее воткнуть? Напротив нельзя, да, поставить? Можно сюда воткнуть. Можно вот сюда воткнуть. Плавильня. А может, плавильню куда-нибудь сюда воткнем? Все-таки это же у нас... Так, далеко не будем ставить. Давайте здесь поставим. Плавильня — печь. Железные пластины 30 секунд в очереди. А можно еще? Не знаю, зачем я это делаю. Пластины создаются, а вот оружейной детали у меня нет. Пора отправиться в пригородный дом и найти ресурсы. Заодно накостыляю тем панкам, которые разломали мой дом. И самое главное, попробую найти свой ковер. Вот такая, друзья, у нас карта сейчас есть, но что-то тут пустоватенько как-то. Ауч, похоже, кому-то не повезло. Что же, мне это пригодится больше. Трупачок? Что внутри? А внутри у нас рюкзак. Хорошо. Рюкзачочек есть. Плюс, о, плюс 5 ячеечек, нормально. Заходим. О. Надо кнопочки, друзья, потом будет настроить. Ты чё, дядь, ты зачем? По стелсу что, нельзя никак тут? Ладно, пофиг, давай. Люпим, люпим этих всех дикарей. Тихо. Что такое? Это что? Это что? Вот, болары, деньги. Ничего себе. Есть еще аптечка немножко. Бинтики. Это бинтики мне хорошо пригодятся. У меня как раз бинтики сейчас заканчиваются. Хотя я не знаю, где, с какой стороны эти бинтики вообще находятся. Да вы чего? Двое на одного? Ой, трое на одного. Это мы сюда поставим. Я только баксы собираю. О, смотрите, там что такое. Это помойное хранилище, что ли? Ну-ка, открывай. Открывай, обезьянка. О, какие-то запчасти, друзья. Все забираем полностью. Мини-карта, кстати, неудобно. То, что мини-карта с левой стороны. Я привык на правую сторону. Я теперь сижу сейчас и смотрю на правую сторону. Просто-напросто. О, это что? Это кто такой? Ёпарасоте. Здрасте, мордасте. Значит, это ты тут главный. Говори, где мой ковер? Ковер? Ты что, из этих сумасшедших? Сейчас я быстро вправлю тебе мозги. Ти-ти-ти-ри-ти-ри-ти-ри, тролли-вали, маленький, иди-ка ты лесом. На. На. А что это такое у него там? Что он кидается? Это что, гранаты, что ли, такие? Что-то секунды какие-то идут. Воу, ты что, меня ударил, что ли? А что такое, ты что не стреляешь-то? А как перезарядиться? А, вот, перезарядка. На. Либо он и правда не знал про ковер, либо я не очень хорошо веду допросы. В любом случае, его барахло теперь мое. Пора посмотреть, что он мне завещал. Спасибо большое за завещание. Ну-ка, давайте заценим, что там есть. Это мы так открываем ящик? О, а это что за миска? Панама. Я думал, это миска. Неплохо. Но от этих сражений мне хочется есть. Пора отправиться в торговую площадь и чего-нибудь перекусить. Ой. Что такое показать? А-а-а! Комплектный
первый... А, комплект первой необходимости. Идеальное сражение для первого дела. Здорово, фиолетовый. Банан, друзья, я сейчас буду есть банан. Ва-банан, Етишкин-матрешкин. А я, по-моему, себе даже имя не дал. Зачисление на счет. Вставьте до... Ой, боллары в ячейку, чтобы зачислить их в наш... О, ну-ка. А, теперь они здесь будут, денежки. Ну, это намного проще и удобнее будет, чем я буду их таскать с собой. Какая у меня панамка. Какая же у меня красивая панамка. И банан есть, и панамка. Ой, друзья, это что-то с чем-то. Да, это, друзья, дорогое. Очень дорогого стоит. То, что я заметил, у нас на глобальной карте нет энергии. То есть здесь у нас игра без энергии. Очень удобно. Кажется, теперь у меня есть все, что починить оружейный стол. Но если что, я всегда могу найти больше ресурсов в районе пригородных домов. А как это закидывается? Это закидывается... И все? И все? 6 штучек алюминиевое, железное. А, так я не могу починить. У меня ресурсов-то не хватает. Так, у нас здесь есть сундук. Давайте достанем... Нет, хотя у нас есть все. Это что такое? Тихо, мне не надо этого, я просто почитать хочу. Банановая кожура. Дальность броска, ресурс деятельности. Когда-то внутри был, да это я понял. Когда-то, да, когда-то был. Да блин, надо кнопочки поставить, будет. Сюда изоленту пихаем. Так, сюда мы пихаем вот эти детали, я даже не знаю, как они называются. Деревянные обломки. А это что такое? Металлолом. Ё-моё, какой интересный металлолом. И у нас остается тогда еще железная пластина, которая у нас уже переплавлена. Давайте забираем. Можно сразу создать. Создать максимум. Создать. А как взять-то? О. Создать. Давайте отправим на заготовку. Пускай она заготавливается, да? Если что, еще может быть пригодится. И нажимаем сюда. Есть. Вот железо. Ё-моё, мне надо было 4. Но я молодец. Ну, хорошо, что они готовятся очень быстро. Собираем. Время для мести, друзья. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Есть, друзья, крафты оружия. Блин. Крафты одежды. О-о-о, титири-тири. Разное. Это, да, у нас есть рюкзаки вместимости. И комнаты. Гараж, кухня, мастерская, коридор, спальня и кабинет. Ничего себе, это то есть мы будем отстраивать себе дом здесь? Гараж. Что-то у меня гараж светится. Угу. Требования. 4 уровень, очки стиля 50. 50. Очки стиля 50. Комната ремонта дома. Купить. А чё? В смысле? В смысле у нас... Вот это да, а у нас интересно, байк там или еще что-нибудь интересное будет? Ха-ха, вот это да, ничегошненько, ладно, давайте продолжим дальше. Мы, по-моему, здесь были, нет, мы были здесь. Ну ладно, станки, ящик, плавильня, печь, оружейный станок, это то, что у нас стоит, да? Плотницкий стол, друзья, мы можем поставить медицинский стол, верстак. Ё-моё, да тут все есть. Утилизатор даже есть. Это то, что предметы, если вам не нужны, утилизировать можно. Нифига себе. Декор, туалет, рабочий стол, кресло. Ё-моё, шкафы, гамаки. Ё-о, Тишкин, матрёшкин. И также... А, так это есть декор. Это декор, друзья. Слушайте, это просто бомбезная штука. Игра еще только в разгаре, а уже есть всего... И то, что мы очень сильно с вами любим. Что у нас здесь? Здесь у нас, наверное, задания. Да, задания вижу активные. Ну, а ну вот и опять. Это что такое у нас? Забрать. Давай заберем. 6 уровень мы бахнули уже с вами. Нифига себе. Мой ковер тоже давайте заберем. И заберем время для мести. 7 уровень мы с вами бахнули. Нифига себе.
Временные, это временные, то есть через 15 часов они пропадут. Держи врага близко, нифига себе, и выполненные. То есть тут мы можем с вами выполнять задания. Есть магазин. О, магазин, это заинтересованная для меня тема. Да, мне интересно, что здесь у нас есть. А что это за монетки такое? Это что такое? Что это за фигня? Ящик с одеждой, ё-моё. А то есть ящик с одеждой, это... А, она будет крутиться, вот она чё. Ясно, ладно, потом посмотрим, если что, да, с вами вместе. Это будет бомба. Гранаты, ящик с гранатами, друзья. Ящик с медикаментами есть. Нифига. Гангстер. Начинающий гангстер. 35 монет. Гроза бандитов. Комплект первой необходимости. Это как раз у нас вылетала на локации легенда Айптауна. Ёпарас, это ну и слаг... А, вот она где. Вот она, друзья. 35 рублей 75 монеток. Ну, это выгодно, если честно. Ладно. Боллары. Боллары, блин. Доллары все равно. Почему-то у меня лезет на язык не боллары, а доллары. Не знаю почему. Боллары, друзья, у нас тоже так же. Нифига себе. Ну, тут, конечно, миллиардер 320 тысяч. И у нас журнал новичка. Ой, тьфу ты, журнал новичка. Журнал навыка, 50 журналов. Не знаю, что они дают, у меня 5 монет есть. Журнал навыка, 10 очков. Это, наверное, для прокачки все-таки. Невероятные ящики, да, и ящик с ресурсами. Только тут что-то немножко не заметил оружейных ящиков. Наверное, скорее всего, там будет. У нас есть, друзья, какие-то пластины, панели, деревянные заготовки. Это хил, это один и тот же хил. Забирать ничего не буду. Будем играть, будем развиваться, будем бегать. Но я бы хотел бы задать себе никнейм. Я маленько этого не вижу. Где ник можно поменять? Где здесь? Я не хочу вот этим быть. Можно мне ник поменять или что? Или уже нельзя ник менять? Я, наверное, глупость наделал, да? Здесь также, друзья, присутствует у нас прокачка. Оружейник. Расходники, параметры какие-то. Все у нас есть. То есть мы можем прокачивать максимальное здоровье. Скорость в режиме скрытности. Нифига себе, бонус за опыт. Урон от гранаты, скорость бега. А что, мы бегать можем еще, что ли? Ничего себе, ну-ка подождите, а бегать, как я бегать могу? Я как бы не замечаю, чтобы я бегал. Или это и есть наш бег? Ладно, друзья, будем разбираться тогда с этой игрой. Не буду застревать сейчас здесь. На этом я с вами буду прощаться. Если вам понравился ролик, поддержите его лайком, подпиской на канал. Все ссылочки, друзья, вы найдете в описании. Желаю всем чистого неба над головой, приятного просмотра и всем пока-пока!